Тюмень возвращается тепло. Сегодня синоптики обещают нам ясное небо и плюс 13 на термометрах. В разгар осени такая погода – настоящий подарок. Особенно если учесть, что по всем климатическим характеристикам октябрю просто положено быть сырым и хмурым. Среднесуточная продолжительность солнечного сияния в этом месяце всего 2,5 часа. И ясных дней в октябре в норме должно быть не больше 5. Представляете, как нам сегодня повезло? По прогнозу, на этой неделе без осадков все же не обойдется, но дождь будет только завтра. Поэтому сегодня наслаждайтесь чудесным осенним днем. Вторая волна тюменского бабьего лета только начинается.